сначала разрежем его развесенько, да, пополам. И обозначим эти части А и Б. Очевидно, можно передвинуть вот этот треугольник параллельно, чтобы он попал сюда. Давайте я нарисую треугольник В и пририсованный к нему треугольник А. Как видите, получился что? Параллелограмм. Параллелограмм. У него одна из сторон равна единице. Ну, а это уровень из двух. Но это не важно, чего. Важно, что я сейчас этот параллелограмм легко переделаю в треугольник. Смотрите как. Я часть В разрежу на две части. Сюда напишу С, сюда напишу D. И здесь то же самое. Уберу В и напишу здесь С, здесь D. Согласитесь, что пока все понятно, да? И теперь перерисую эту картинку, сдвинув С сюда вверх. Это не так просто сделать, но думаю, я справлюсь. Смотрите, что у меня есть. Часть D осталась на месте. Часть А, разумеется, тоже осталась на месте. А вот часть С передвинулась сюда. Согласны? И теперь возник вопрос. Как прямоугольник со сторонами корень из двух пополам и корень из двух превратить в квадрат? Для того, чтобы это вам объяснить, давайте я сейчас нарешу отдельно, потому что это само по себе чрезвычайно важно, такую задачу. Если площадь прямоугольника равна площади, где прямоугольники с общим прямым углом, то можно разрезать на части и параллельно вот этот вот самый OH', OH', C'. Повторяю, если даны два прямоугольника, давайте я нарисую картинку, ну, например, так. Один из них вот такой, а другой из них вот такой. Вот это точка О, вот это А, А-штрих, В-штрих, В, есть точка С, есть точка С-штрих. Смотрите, принципиально важная вещь. Это верх для любых. Сначала одно очень важное уточнение. Что мы будем делать, если один из них чрезвычайно узкий, такой вот невысокий узкий? Дело не очень просто. Мы его разрежем пополам, вот это вот берем и сюда поставим. Поняли идею? Это делается параллельным переносом. Поэтому можно считать, что отношение OH' к OA не больше двух и не меньше одной второй. То есть они отличаются не больше, чем в два раза. Потому что они сильно-сильно отличаются, то работает этот прием. И теперь это интереснее нашей исходной задачи, потому что, заметьте, это совсем естественная вещь, да? То есть если у нас есть, повторяю, два прямоугольника одной площади, то оказывается, можно разрезать один на кусочки и сложить. Причем, если они расположены вот так, как я нарисовал, то так, вперед. Так, это АС' и А'С. Нарисуем отрезки АС' и А'С. Возникли вот части. Раз. Части.
Да. Ну, разумно точки пересечения как-нибудь обозначить. Ну, скажем, D и E. Вот эта точка D пусть будет, а вот эта точка пусть будет E. Да? И давайте сейчас сначала скажем, что мы будем делать. Мы возьмем треугольник CC'D и куда его передвинем? На место треугольника EA'. Отлично, прямо напиши, пожалуйста. CC'D, стрелочка. Так, CC'D переходит в E. Ну, это один кусочек. Дальше. Дальше есть пятиугольник. C'D'EAO. Он просто остается на месте. Да. Даже писать ничего не будем, он просто остается на месте. Так, ну и еще что осталось? CBE переходит в... Пиши. CBE, стрелочка. Коль, CBE. Так, куда переходит? CBE переходит в DV'H. Да. Отлично. Вот такой план доказательства. А теперь смотрите, что для этого на самом деле нужно доказать? А нужно доказать, собственно говоря, параллельность прямых. Если мы будем знать, что AC' параллельно A'C, то в таком случае отрезок CC' будет равен отрезку EA. Покажи как-нибудь, Коль. CC' и EA. Понятно почему, да? Потому что у нас есть две вертикальные прямые, и параллельные прямые высекают одинаковые отрезки. Точно так же на горизонтальных прямых они выкроют одно и то же. Ну и, собственно говоря, все, да? Они параллельны? Да. Мы докажем это. CO относится к C'O. Не-не, секунду. Это потом. Как доказывать потом? Надо еще понять, хватит ли нам этого. Для равенства вот этих треугольников хватит, а почему вот так вот CB и D? Вот здесь есть еще одна. Вот-вот-вот. Почему она параллельна? Она параллельна потому, что CC' равняется B, и вон там еще одна точка, F. Просто потому, что там прямоугольник. Да? Да? И если у нас... Вот здесь прямоугольник? Да-да, вот я про это и говорю, да. Здесь три отрезка равны и... Да, то есть это даже можно не проверять. CC' равняется BF, и AA' равняется FB'. Потому что там прямоугольники. Вот, поэтому теперь главное... Доказать правильно. Да, да, да. Да, вот на чистом месте сверху напиши, пожалуйста. AC' параллельно A'C. Вот, и поставить знак вопроса. Если мы это докажем, то задача будет решена. Отлично. Надо доказать, что эти два треугольника подобны. Замечательно. А'ОС, да. И АОС'. Да. А еще понятнее, если. Еще понятнее. Есть такое понятие угловой коэффициент прямой. Или наклон. Напиши английское слово slope. S-L-O-P-E. Это очень важное понятие. Наклон. Получается, ДГА, да. Альфа, это тангенс альфа, да. Это отношение противоположащего катета к... Ну, поставьте там какие-нибудь буквы. Не знаю, там, да, А, здесь Б, и там еще С поставь, не потянуть. Так вот, тангенс – это А разделить на Б. Пожалуйста, запомните, это очень важная в математике штука. Вообще тригонометрических функций не так много. Синус, косинус и тангенс. Коль, за компанию прям сразу напиши, потому что лучше, если они сразу все запомнят. Значит, синус альфа – это по определению А делить на С, и косинус – это Б делить на С. Вот оказывается, есть такие... Такие важные величины у любого прямоугольного треугольника.
отношение противолежащего катета к прилежащему – это тангенс. Отношение противолежащего к гипотенузе – это синус. Отношение прилежащего к гипотенузе – косинус. Отлично. Так вот, что вы должны сейчас проверить? Вы должны проверить, покажи эти два угла. Вот этот угол обозначь альфа, а тот угол обозначь бета. Вы должны проверить, что у них одинаковые тангенсы. Тогда, собственно, все. Тогда прямые параллельны, и у нас все получится. С' О к О А. Пиши. С' О. К. О А. Тангенс бета. Это отношение СО к ОА'. Да, отлично. И что? Что надо проверить? Ну, что тангенсы равны? Да. Пиши. Что значит тангенс альфа равен тангенс бета? Значит, СО штрих, С штрих О точнее, С штрих О разделить на ОА, это СО разделить на ОА. Повторяю. На самом деле нам надо проверить, что отношение С' О к ОА равно отношению СО к ОА'. Отлично. Как доказывают такое равенство? Приводит к общему знаменателю. Пишем С' О, домножаем на ОА'. И знаменатель тоже домножаем. Нет, домножаем тоже сам знаменатель. ОА умножить на ОА'. Равняется СО умножить на ОА. Делить на ОА умножить на ОА'. Да. Знаменатели одинаковые. Осталось проверить, что числители одинаковые. А что такое числитель? С'О умножить на ОА'. Прямоугольник, да. А что такое СО умножить на ОА? СО умножить на ОА – это площадь другого прямоугольника. Понятно? А прямоугольники были одной площади. Значит, числители тоже равны, значит, прямые параллельны.